Здравствуйте, Константин. Смотрите, вот я вставил переходничок со сломанным одуванчиком. Все диафрагмы как были запрограммированы от 2,8 до 8, так они прекрасно и работают. Вот он. Смотрите, присланный вами переходник. Как я и говорил, без этого контакта одуванчик сохраняет свою работоспособность. И теперь берем КПАН. Вставляем его в камеру. Вставили. Посмотрите, все прекрасно показывает. Диафрагмы меняются. То есть, по всей видимости, контакта нет по какой-то причине, которая кроется в вашей камере.